Новости на государственном телеканале «Западная Армения». Здравствуйте. Главные темы дня. Наследник пережившего геноцид, хип-хоп-исполнитель Марк Турейл с мамой посетили Мига, рассказав историю своей династии. Важность Северского пакта и перспективы реализации Мейер Арутюнян. Метеорный поток Персеиды на горе Немрут. Уроженцы Западной Армении Карла Гарабетян. В Порт-Асаре Западной Армении обнаружен старейший в мире солнечный календарь. Уральские следы Западной Армении. Новые исследования армянского культурного наследия. 12 волонтеров из 6 стран ухаживают за территорией храма Звартноц. Американский хип-хоп-исполнитель Марк Турейл и мама Диана Купелян недавно посетили музей Института геноцида. В рамках инициативы «Передай свою память» заведующей отделом документации и исследований МИГа Шушан Хачатрян они записали устное свидетельство о истории своей семьи. В ходе беседы Диана Купелян вспомнила о попытке экранизации романа «40 дней Мусадага», где мама, пережившая геноцид, работала в группе по подготовке фильма. К сожалению, съемки фильма не состоялись из-за давления со стороны Турции. Перед тем, как представить историю своей семьи, гости отдали дань уважения жертвам геноцида и ознакомились с экспозициями музея. Кандидат исторических наук, доцент Технологического университета Шуши, руководитель научного центра Качар, историк Мегер Арутюнян представил свои взгляды на важность Северского пакта и перспективы его реализации. По словам Мегера Арутюняна, дух Северского пакта продолжает оставаться актуальным для армянского народа и правительства Западной Армении. Арутюнян подчеркнул, данный договор является международным документом, признающим результаты освободительной борьбы армянского народа. Реализация договора станет возможной, когда армянский народ достигнет достаточной эмоциональной и политической готовности, что заставит соседей принять условия договора и позволит восстановить территорию. Историк также отметил, политические требования и ожидания армянского народа должны соответствовать их реальным возможностям. Напомним, несмотря на признание Трабзунда как территории Армении, этот регион остался вне армянского контроля из-за отсутствия необходимых сил и возможностей для реализации Северского пакта. Арутюнян добавил, армянский народ должен четко и единогласно сформулировать свои политические требования и ожидания, учитывая реальные условия и возможности. Это позволит осуществить положение Севского пакта и восстановить границы Армении. Национальный совет Западной Армении напоминает, с момента существования Национальной конституции Республики Западная Армения рассматриваемые территории на основе Северского договора являются частью территориальной целостности Западной Армении. Мы говорим не в контексте о требованиях. Мы осуждаем территориальную оккупацию и колонизацию Западной Армении, включая Арцах, со стороны Турции и Азербайджана. Представители СМИ и любители астрофотографии поднялись на гору Немрут, чтобы снять метеорный поток Персеиды. Несмотря на сильный ветер и холод, они отправились на вершину, чтобы зафиксировать как гигантские статуи, так и метеорный поток. Каждый год гору Немрут посещают тысячи туристов. В этот раз они смогли насладиться исключительным зрелищем метеорным потоком Персеиды на фоне огромных статуй. Директор управления культуры и туризма Адыямана Мехмед Елкен отметил, это уникальное зрелище привело внимание местных жителей и иностранных гостей. Мы находимся на горе Немрут в Западной Армении. Гости приезжают из-за границы, чтобы наблюдать метеорный поток. Приехали также наши коллеги из новостных агентств. Несмотря на сильный ветер, мы здесь и надеемся сделать качественные фотографии, чтобы лучше представить гору Немрут миру. Это была уникальная возможность показать красоту и историческую ценность горы Немрут, связав ее с космическими чудесами, что продолжает вызывать интерес как у местной, так и у международной общественности. Уроженцы Западной Армении Карла Гарабетян. Карла Гарабетян – журналистка, режиссер документальных фильмов. Бывшая журналистка BBC и единственный человек из Америки, кто когда-либо вел BBC World News. Удостоилась высоких оценок критиков за документальные фильмы о Северной Корее, Чечне, Афганистане, Иране и о совершенном против армян геноциде. Карла Гарабетян родилась в США, выросла в Лос-Анджелесе. Семья происходит из городов Ван и Сивас Западной Армении. Сняла несколько документальных фильмов,
на международные темы, в том числе запрещенный Иран, дети засекреченного государства о Северной Корее, открывая лицо об Афганистане и кричащие с участием группы систем of the Down о геноциде. Отрицание геноцида всегда мотивировало меня к работе. Это бурлит под каждым моим сюжетом о зверствах, которые власти хотят скрыть, об истинах, которые пытаются отрицать. В исторической местности Порт-Асар Западной Армении, также известный как Гёбекли-Тепе, обнаружен старейший в мире солнечный календарь. Открытие свидетельствует, что около 13 тысяч лет назад, в неолитическую эпоху, отслеживание времени было гораздо более развитым, чем ожидалось. Археологическая местность Порт-Асар продолжает удивлять новыми находками. Археологи Эдинбургского университета сообщили, что на одном из больших каменных столбов Порт-Асара гравировки использовались в качестве календаря. Исследование показало, что Порт-Асар может быть старейшим в мире солнечным календарем. Ученые выяснили, что календарь включает 365 дней, 12 лунных циклов и дополнительные 11 дней, что свидетельствует о глубоких знаниях времени. Календарь содержит геометрические знаки, изображения птиц и символ, напоминающий букву V. Исследователи установили, символы формируют солнечный календарь, который повторяется каждые 365 лет. Самое интересное изображение – фигура большой птицы с символом V на шее, символизирующая летнее солнцестояние. Это открытие подчеркивает значимость Порт-Асара как религиозного комплекса и места точного измерения времени. Доцент кафедры археологии, предыстории и ближневосточной археологии факультета литературы Эгейского университета доктор Атила Батмаз занимается исследованиями в различных областях, включая антропологию, керамику, археометрию, городскую археологию и историю искусств. Изучая прошлые цивилизации и культуры, на основе собранных данных Батмаз уже несколько лет путешествует по различным провинциям Западной Армении, сосредоточив внимание на изучении связи между традиционной и урарской керамикой. В этом контексте Батмаз внесла значительный вклад в археологию через исследования Вани и Битлиси, проводя поверхностные обследования в районах с историческими крепостями, мостами и источниками. Батмаз отметила, что активизировала исследования урарской культуры Среднего Железного века, подчеркнув, в крепости Аянис-Вана в результате многолетних работ были обнаружены многочисленные керамические находки. Исследования важны как связующее звено с урарской культурой, которая является важной частью Западной Армении. Мамик Дерсим, где проводится исследование, представляет армянскую территорию, богатую урарским наследием, что имеет большое значение для археологии и сохранения армянского культурного наследия. В эти дни на территории храма Звартнос работают 12 волонтеров из 6 стран, которые ухаживают за окружающей территорией исторического памятника. Большинство из них впервые в Восточной Армении и выражают свое восхищение красотой армянской архитектуры и природы. Волонтерская программа стала отличной возможностью познакомиться с армянской культурой и глубже понять страну. Волонтеры занимаются благоустройством территории и изучением местной культуры и истории. В течение дня участвуют в различных работах, ухаживают за окрестностями храма, восстанавливают поврежденные участки, уточняют работы по сохранению памятника. Для эффективного выполнения задач волонтеры намерены работать с местными специалистами, которые оказывают помощь и предоставляют подробную информацию о истории храма Звартнос. Волонтерская программа – отличный способ открыть нашу горную страну. Автор Кристина Торосян. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!